Служба безпеки України оприлюднила два фрагменти переговорів бойовиків. Перший з них засвідчує участь російських військових в артобстрілі наших силовиків, а другий фрагмент розмови – вона велася за 2 хвилини до збиття малайзійського Боїнга 777. Пропоную послухати ці фрагменти. Провел сьогодні совещання з бізнесменами, ввел этот 5% налог, так сказать. Я думаю, что сейчас мне будет звонить из администрации, задавать всякие вопросы на эту тему. Но я буду говорить, ребята, это же ваша группа экономистов, вот они все вместе работают. А что сказали бизнесмены? Да ничего, встали, покивали головами, пошли думать. Угу. Они там ходятся, понимаешь, весь город в беспрерывных отжимах и, так сказать, стрельбе. Ну, то есть нормально все. Вот, да, самая большая проблема, которая у меня сейчас есть, у меня заканчиваются бабки. То есть вот эти, так сказать, 150, которые я взял с собой, они уже практически все. Николаевич, 4. Да, наемный. Птичник, птичка полетела к вам. Птичка к нам полетела? Да, одна. Разведчик или большая? Не видно за тучами, высоко сильно. Все, понял, принял. Ага. Объявите наверх.